В Твери продолжается реализация просветительского проекта «Разговор о главном». На этой неделе в город снова приехали студенты Московской духовной академии, которые проводят занятия в тверских школах. Именно этот проект обсуждали на мероприятиях 11-х фадеевских образовательных чтений. Об этом рассказывает наш корреспондент. Торжественное открытие 11-х фадеевских образовательных чтений состоялось в ДК «Химволокно». В программе, как всегда, пленарное заседание с участием представителей епархии и отрасли образования. Но одним из основных на мероприятии стало обсуждение проекта «Разговор о главном». 13 октября 2021 года ректор Московской духовной академии епископ Звенигородский Феодорит и митрополит Тверской и Кашинский Амвросий подписали договор о проведении практической подготовки студентов духовной школы. Разговор о главном – совместный просветительский проект Управления образования администрации Твери и Тверской епархии, который возник в рамках работы по духовно-нравственному воспитанию. Его суть в том, что студенты Московской духовной академии, как правило, это группа из 10 человек, приезжают в Тверь и общаются со школьниками в рамках классного часа. За 3 года прошло уже 256 бесед. Обсудили многое. Дружбу, отношения со сверстниками, опасность вредных привычек, семейные традиции. Тему очень часто задают сами дети, у которых всегда много вопросов. Мы, конечно, затрагиваем такие глубокие вопросы, более личные, семейные, но в основном мы, конечно, говорим о профессии, о, я бы сказал, компетенциях, которые необходимо приобрести уже в их возрасте, ребят 9-10 класса. Задают о личной жизни, что такое хорошо, что такое плохо, о взаимоотношениях, в основном с противоположным полом, с ребятами, с друзьями, как себя вести, почему нужно, вот, например, на этом уроке, который только что прошел, был вопрос, а почему нужно прощать? Участники миссионерской группы говорят, что работа со школьниками уже дает результаты и для многих легла в основу хорошей дружбы. Студенты получают много записок с вопросами, оставляют всем желающим номера мобильных телефонов и всегда готовы ответить ребенку на какой-нибудь важный вопрос. Предварительно все участники миссионерской группы проходят педагогическую подготовку для работы с детьми. Многие уже проводили беседы по духовным и жизненно важным вопросам. Они говорят с ними на равных, потому что молодые ребята говорят искренне, все так, как, в общем-то, могут воспринимать школьники. Это не взрослые учителя, а вот как бы на одном уровне с ними. Это интересно. Педагоги и родители не первый год отмечают, что доверительные разговоры и новое общение не только дает возможность спросить о том, что волнует, но и позволяет ребятам прикоснуться к пониманию христианских истин. С каждым годом количество тверских школьников, которые приняли участие в таких беседах, только растет. И это ученики 7-х, 8-х, 9-х, 10-х и 11-х классов. Просветительский проект «Разговор о главном» имеет много положительных откликов, и эта работа будет продолжаться.